А в Мамско-Чуйском районе полицейские застрелили медведя-шатуна. Ранее хищник забрался в дом поселка Витимский и загрыз 66-летнего хозяина жилья. Оперативникам пришлось выслеживать агрессивное животное в лесу, однако медведь скрылся. Ловушку для косолапого организовали в доме на месте его нападения и не прогадали. Он вернулся сегодня рано утром. Его убили несколькими выстрелами из ружья.